Послематчевый комментарий после игры Кайрата GX. С нами Исламбек Куат. Исламбек, поздравляю с победой. Очень тяжелый матч. Хотел бы комментарии. Спасибо большое. Как бы Акжейк хорошая команда, и когда мы играли в начале сезона там у них в гостях, проиграли 2-1, и как бы сегодня хотели взять реванш. И как-то получилось так, что пропустили гол, тут же забили ответный, и получается какой-то получился чуть хаос, и пропустили второй гол, и как бы начали нервничать, торопиться, и не получалось как бы решить свои моменты. Как именно повлиял пропущенный быстрый гол на команду? Ну, я думаю, быстрый гол не сильно повлиял, потому что там сразу сравняли, через 5-10 сравняли счет, и как бы только начали атаковать, и как бы получилось, что пропустили второй гол. И как бы чуть психологически было тяжело, но в перерыве тренер поговорил с ребятами, как бы сказал, что давайте, соберитесь, и как бы команда, думаю, собралась, и выиграли 3-2. Как-то поддержали Андрея в раздевалке? Конечно, безусловно, Андрея надо поддержать. Как бы там во втором моменте, мне кажется, был фол. Это хорошо бы на повторе посмотреть. И как бы я думаю, сегодня судья, конечно, не моих судить его. Ну, как бы второй гол надо посмотреть ему самому, этот обзор, и потом решить решение, был там фол или не было. И в концовке за счет чего получилось додавить все-таки? За счет того, что, я думаю, в раздевалке были сказаны слова тренера, что надо психологически собраться, что будет тяжело, надо переломить это. И как бы команда вышла, и Тавамба, наш герой, забил сегодня. Поздравляю его еще раз с голом. Спасибо большое, с победой.